Здравствуйте, с вами Аполлинария Гордиенко, и я записываю для вас срочное сообщение из Крыма. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. В полицию поступил звонок одного из сотрудников южнобережного санатория «Родина». В сообщении было сказано, что на территории здравницы был обнаружен большой неизвестный предмет. Все спецслужбы сработали крайне оперативно, и на место тут же прибыли МЧС, скорая помощь и собака с милицией. Что же они увидели? А вот что! Большая коробка, завернутая в полиэтилен и аккуратно прикрытая веточками. Наверное, маскировка. Напряжение нарастало. Собака обнюхала предмет и дала знак, что к нему можно прикасаться. Далее страшную находку перевернули. И что они там увидели? Опа! Домик для котиков! Какая прелесть! Как же мило! Если кто не знает, то в Крыму очень много котов. Они здесь везде и всюду. Даже у меня дома зачем-то целых два живет. У нас люди очень любят котиков, подкармливают их и строят для них жилище на случай непогоды. Спасибо сотрудникам санатория за бдительность. Спасибо тем, кто помогает котикам не замерзнуть. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и напишите, в ваших городах много бездомных котиков или нет. Пока!